Уважаемый Дмитрий, как вас по отчеству? Константинович. Константинович, прекрасно выглядите сегодня. Давай я верхнюю часть поставлю, а ты нижнюю. Давай еще раз. Кручу. Я верхнюю часть лица поставлю, а ты нижнюю. Это как... А, давай, бро. Бля, это жестко. Бля, это пушка. Вот так выглядит фиткер. Еще раз. Вот так выглядит фиткер. Да. Каждый раз. Визуализация. Угадай, кто слева. А, Брайт. Так неинтересно. Бля, я опять выиграл. Обожаю эту игру. Всем, кто по кайфу проводит свой вечер. Кайфует, блядь, с душой. Да, мы тоже. Мы сегодня телевизор активно выбирали. Вот. Я думаю, нам нужна твоя помощь. Моя? Я ничего в телевизорах не понимаю, если честно. Если честно, я тоже. Ты что-нибудь понимаешь в телевизорах? Саша, ничего не понимает. У нас проблема, пацаны. Нам надо ее решить. Телевизор должен быть. Пацаны, а можете, кто на трансляции сейчас в комментариях, расскажите, какие телевизоры, по вашему мнению, самые достойные телевизоры сегодня на рынке? На рынке электронной техники. Соотношение цена-качество. Соотношение цена-качество, да, желательно. Топ за свои деньги. Мы очень оценили бы вашу помощь. LG. Слушай, LG, да? Плазма? Все. Плазма. Жидкокристаллический. Не, это кинескоп. Samsung Xiaomi TV. Не, я про такое сейчас не слышал. Samsung. Не, ну а еще есть какие-то... Слушайте, я знаю, что вроде как Samsung неплохие. А еще что-то есть? Сейчас все прячутся от болезни, от пандемии, и все смотрят телевизор наверняка. Какой пандемии? В принципе, по достоинству, в принципе, можете оценить качество своего телевизора сегодня. Погоди, попрочу. Подожди, чё? Ты не слышал? Чё? Люди умирают. Кто? Люди. Умирают. Бред. Серьезно? Да не может. Это правда? Это серьезно происходит в мире? Ты реально не слышал? Бред какой-то. Пиздец. Ты какого? Ты где живешь? У тебя что, нет средств массовой информации? Ты, блядь, не пользуешься, что ли, интернетом? Идёшь, ой, люди, ужас, блядь. Мне люди докладывают. Бумажки. Все, на этом мы заканчиваем прямой эфир, блядь.